в рамках губернаторского проекта «Город для жизни» действительно в 2020 году установлено целых три подъемника. Один подъемник установлен, это гора база «Кирпичики», именно горнолыжная база. Также еще один подъемник установлен на школе по сноуборду, гора Синичкина, тоже в районе «Кирпичик». И еще один подъемник установлен, это ленточного типа, совершенно новый для Камчатки, нового образца, именно для детей, на базе Эдельвейс. Что немаловажно, данный проект был сделан в очень короткие сроки, и, наверное, в Российской Федерации это впервые, так, с момента получения субсидии августа проведены все сроки, короткие, все контрактные, и на сегодняшний день мы уже видим, что подъемники установлены. Также немаловажно, что подъемник, который мы сейчас находимся за моей спиной, находится полностью российского производства. Мы сейчас находимся вот на базе на горнолыжные «Кирпичики», и данный подъемник позволит нам разделить потоки как занимающихся детей одновременно несколько групп, и также одновременно дети будут находиться на одной у нас горе, и все посетители нашего города, отдыхающие, смогут отдельно находиться здесь на горе, тоже заниматься спортом и отдыхать. То есть данный подъемник именно сделан для того, чтобы более был доступен спорт для жителей нашего края.